каждого мусульманина. Сегодня наша тема будет посвящена к еде. А мы с вами каждую пятницу здесь собираемся и кушаем, общаемся, да. Но в исламе есть определенные правила, которые нужно соблюдать, когда мы кушаем. Итак, самое первое правило, есть хадис нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Человек свой желудок должен разделить на три части. Первая часть желудка – это для еды. Вторая часть желудка – это для питья. И третья часть желудка – это для воздуха. Что же означает третья часть? Очень интересно, да? Третья часть – это означает то, что мы, когда кушаем, мы должны встать немножко с чувством недоедания. Вот. С небольшим чувством недоедания. То есть, обычно мы едим, заполняем себя полностью, да, пытаемся все съесть, кушаем до отвала. Полный такой. Пока нам не то, что... Там шумят.